по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в уральской столице проводится 22-й ежегодный конкурс детского творчества «Град Святой Екатерины». На конкурс принимаются работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, живопись, графика, поделки из бумаги, текстиля, глины, дерева, стекла, бисера и других материалов, выполненные в разных техниках. Прием работ с 21 сентября по 18 октября текущего года. Возраст участников от 5 до 16 лет. Организатор конкурса обращает внимание, что в этом году прием работ на конкурс осуществляется только на электронную почту. По итогам конкурса с 27 ноября по 13 декабря состоится выставка работ победителей в культурно-просветительском центре «Царский». Вход свободный.